Одновременно с праздничными мероприятиями по случаю Дня России в Москве на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным МВД, о чем сообщил Интерфакс, участие в ней приняли около 1800 человек. К этой минуте шествие уже завершилось, акция прошла спокойно, без происшествий. Спокойно, без происшествий. Наша Россия не является преемником в каком-то смысле Советского Союза, что это новое государство, основанное на новых основах, и что это государство, основанное на демократии, основанное на свободе и основанное на гуманистических началах. Предлагаю тост за свободную, процветающую Россию, за благополучие наших граждан. С праздником! С Днем России! Вон, видите, вон венчатся. Горцы отбивают на барабанах народные ритмы. На сцене в ярких костюмах представители севера, а неподалеку гости из Тулы. Всех желающих учат лепить филимоновские игрушки и правильно свистеть свистульки. На проспекте Академика Сахарова сегодня собирались участники согласованного митинга оппозиции. В акции, по данным ГУМВД, приняли участие около 1800 человек. Охрану и безопасность обеспечили полиция и Росгвардия. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Все спокойно проходили через рамки металлоискателей. Была установлена сцена со звуковым оборудованием. Все условия для проведения согласованного митинга были соблюдены. Впрочем, часть решила перебраться с проспекта Сахарова на Тверскую. На это уже столичные власти согласия не давали. Заранее призывали не поддаваться на провокации, ведь о планах устроить несанкционированное шествие стало известно еще накануне. В целях предотвращения нарушений общественного порядка сотрудники правоохранительных органов были вынуждены задержать более 150 человек. Например, известно, что один из участников этой акции брызнул из перцового баллончика в лицо сотруднику ОМОНа. Позицию пропустили, лишь бы их никто не тронул. Куда их пропустили? Куда? Не знаю, куда их там пропускают. Вот шли все нормально. А вы не оппозиция? Нет, я не оппозиция. Я за Россию, свободу до конца. А? Вы из НОДА? Задержание продолжается. А, вот так, это вы задержание смотрите, что ли? Нет, он просто это самое высказывался, что он сейчас все взорвет. Поэтому. Ни разу не слышала ни одного да такого. Да вы что? Рысь. Что Путин вор кричат. Что? Путин вор кричат. Блин, знаете что? Вот в 2000 году, когда его выбирали, я тогда еще сказал, вот только он 2 года был премьером, я тогда сказал, пусть ее несет столько, сколько сможет, лишь бы Россию. Вот так вот. Не успел. Только жениться собрался, да? Я вас люблю. Только жениться собрался. Одними из первых День России начали праздновать во Владивостоке на корабельной набережной возле пришвартованных кораблей Тихоокеанского флота. Тангвандельга, инмингун чангдёнгдельга, инминдреге кохам, урие чонче тангвандельга,
인민군 정경들과 인민들. Детальную карту всей Вселенной. Мы увидим на небе по меньшей мере 3 миллиона сверхмассивных черных дыр. О черных дырах. Жулики и воры, все чиновники! Жулики и воры, все чиновники! В Санкт-Петербурге по Невскому проспекту прошли сразу несколько парадов военных оркестров и цветов. Путина! 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 Это самый важный. Это государственный праздник. Это праздник всей страны. У нас есть и Новый год, и День армии, и женский день. А это вот единственный праздник, он для всех. Это наша страна. От океана до океана. Мне кажется, у них именно стратегия такая. Ничего не происходит, мы молчим. В расчете на то, что людям просто надоест. Ну, потому что понятно, что наступает какой-то, когда иногда, ну, у людей износ, что вот я хожу, ничего не меняется. Мне кажется, у них расчет на это. Но, по-моему, они так людей подогрели, еще плюс реновации, подогрели тех, кто вообще всегда сидел дома. Потому что когда к тебе в квартиру пришли, ты уже, ну, как бы оторвался от дивана. И я думаю, что это не очень, наверное, сработает, эта стратегия, потому что люди разогреты. У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения.